Всем привет. В общем, решил вот в таком магазине Галамарт купить зарядное устройство под названием Ермак. Так, стоит оно 799 рублей, якобы по акции. Заряжает на 6,12 вольт. Вот, произведено в Китае. Такая вот инструкция к нему прилагается. Краткая. Все на рисуночке показано. Как что сделать. Ну, я думаю, и так каждый знает без того, как обращаться с зарядным устройством для автомобильных или мотоциклетных аккумуляторов. В целом, само зарядное неплохое. Пластиковый корпус, переключатель, тумблер на 12,6 вольт. 4 индикационные лампочки светодиодные. Как и сказано в инструкции, при включении загораются все три. Затем оно определяет, насколько разряжен или заряжен аккумулятор. То есть вот первое это красное, совсем разряжен. Оранжевое это второе наполовину. Ну и зеленое это полностью заряжен. У меня аккумулятор сейчас в данный момент подключен. Вот. Он был наполовину разряжен. Да, я это знал. Так что индикация соответствует. В целом за свои деньги, я думаю, зарядное устройство такого типа себя оправдает. Вот. Единственное, вот от него исходит запах, то есть там находится катушка и плата. Вот немножечко канифолью пахнет. Ну, я так думаю, то, что это первый его пуск. Наверное, последующие такого не будет. Ну, в принципе, греется вообще не сильно. Ранее хотел сделать зарядное устройство из блоков питания компьютерных старых, но как-то решил купить вот такое. Да и не за большие деньги. Думаю, рекомендовать можно смело. Всем спасибо за просмотр.